Продолжая тему инструментов различных, хочу еще рассказать о таком вот инфракрасном термометре. Очень удобная вещь в хозяйстве и вообще на производстве, еще где-нибудь. Значит, он измеряет температуру от минус 50 до 380 градусов, как в Цельсиях меряет, так и в Фаренгейтах. Вот кнопочка вот этой переключения. То есть здесь, значит, данные показатели, соотношение длины расстояния, от которого меряется, к радиусу, то есть на котором он измеряет. Здесь находится в этой части лазер, который указывает, то есть его можно включить, выключить, значит. Включается он просто нажатием на вот эту вот кнопочку. Включается и сразу же начинает мерить. Вот. У него hold, то есть это фиксация идет. Вот кнопочка подсветки, включение, выключение. Вот там индикаторы горят, то есть свет. Температуру здесь, соответственно, выдает. Температуру выдает до десятых, с точностью до десятых. Гаснет, выключается, то есть сам автоматически. Опять нажали. Измерили температуру. Вот можно лазер включить. Вот включен, вот выключен. То есть лазер. Так, сейчас выключен. Сейчас включаем, вот как видно. То есть для удобства. Подсветку тоже также можно выключить. Значит, вот температура. Вот, вот она в Фаренгейтах. Вот в Цельсиях померена. Вот, нажимаем подсветочку. И вот мы смотрим. То есть за температурой. Она постоянно, то есть руку ставим, 33 градуса, 34, убираем здесь вот так вот. Такой удобный прибор. Значит, в нем находится элемент питания типа крона 9-вольтовый, вот здесь вот зажимы такие. Пластик, кстати, хочу сказать, приятный, ничего нигде не... Не ерзает, не щелкает, не трещит, то есть он такой прорезиненный. Вот защелочки отщелкиваются, и вот здесь батареечка стоит, контакты. Вот она. Все легко защелкивается. Пожалуйста, пользуйтесь. Такой приборчик.